сумасшедший, честное слово. Нам как раз сумасшедшие нужны. Американцы планируют выйти в открытый космос. Наш восход должен полететь раньше. Неготовое изделие в космос не полетит. А ты постарайся. Леш, ты не понял? Мы сейчас не прыгаем. Кто сказал? Инструкция! Совершенно не обязательно лететь туда. Да я сквозь потолок звезды вижу. Я на задании держусь. А мне плевать. Ты мой напарник. Риск запуска «Восхода-2» с живыми людьми слишком велик. Мы готовы рискнуть. Внимание! Говорит Москва! Сегодня, 18 марта 1965 года, человек вышел в космическое пространство! Не понял. Что с давлением? А у нас два, у тебя все в порядке. Отвечай, Алексей, почему молчишь? Харя, я у вас готов к выходу в шлюз. Жду команду. Вы что, предлагаете оставить их на орбите? Солдатам приходится умирать ради интересов своего государства. Я проснусь, папа уже прилетит. Он очень-очень старается. Леша, еще воздуха недостаточно, Леша! Ну, мы еще посмотрим, кто кого.